О важном, о главном и интересном расскажем прямо сейчас. Это итоговая программа «Неделя» на Абакан-24. В студии Роман Кремзуков. Здравствуйте. Самое весомое денежное вливание недели – почти 97 миллионов рублей. Абакан получил федеральный грант. Средства пойдут на преображение любимого у горожан и гостей региональной столицы места отдыха – парк культуры и отдыха. Реализация задуманных идей начнется в следующем году. Из планируемых свершений – новые тропинки, общественный сад, детские и спортивные площадки. Серьезно обновится пляж. Появится и кафе. Все будет выполнено в одном эко-стиле. Проект, разработанный администрацией города совместно с абаканцами, вошел в число победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Зоны для аттракционов, веревочный парк, пейнтбол, водные развлечения. А еще большие спортивные площадки, призванные стать центром притяжения тех, кто выбирает здоровый образ жизни и предпочитает время проводить с физнагрузкой. В парке культуры и отдыха появятся специальные места для легкой гимнастики, йоги, а еще обязательно павильон для обогрева инвентаря в зимнее время. Также обновится центральная сцена, увеличится и количество площадок для проведения различных городских тематических мероприятий. А чтобы не заплутать на новых дорожках на центральной аллее, планируется установка большого туристического информационного стенда. Он будет рассказывать о парке, о его локациях, местах для уютного и комфортного отдыха и всех активных площадках. А еще знакомить гостей с городом и республикой. Список новаторств в городской зоне отдыха масштабен. А главное, весь проект будет выполнен в едином эко-стиле. Над его разработкой корпели не только муниципальная власть, представители бизнес-сообщества, абаканцы, а вместе и с ними специалисты-эксперты. В региональной столице прошла не одна стратегическая сессия, на которых детально разбирались все предложения, взвешивались и оценивались. Как итог, победа на федеральном уровне. Для нас действительно это очень важное знаменательное событие. Мы уже второй год подряд побеждаем во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. В прошлом году у нас победу одержал парк Победы. И в этом году, ну, во многом для нас неожиданно, парк культуры и отдыха. Ребята сделали, проектировщики, очень неплохой проект. И он необычный, он маленько нестандартный. И этот проект понравился конкурсной комиссии. И мы будем его реализовывать, начиная со следующего года. О победе нашего проекта по благоустройству парка культуры и отдыха на федеральном уровне предшествовала большая работа. Мы с начала года огромной командой городской работали совместно с консалтинговым бюро «Партисипация» город Москва, разрабатывали проект, в том числе с участием горожан. Было проведено несколько общественных слушаний проекта. Мы обсуждали и выслушивали различные мнения различных категорий населения, предпринимателей, спортивной общественности, просто горожан, которые предлагали свои идеи по улучшению благоустройства парка культуры и отдыха. Эти идеи затем консалтинговым бюро были включены в проект, после этого были проведены общественные слушания, то есть проект был представлен в том формате, в котором он пошел на конкурс. Какие-то доработки, уточнения были внесены. Грантовые средства в казну региональной столицы поступят в следующем 2025 году. Тогда же в городском парке и начнется сезон больших преображений. А вот еще одни масштабные преобразования уже на финальном этапе. Речь идет о театральной площади, переживающей капитальный ремонт. Здесь уже пешие прогулки идут по гранитной плитке, а свое внимание подрядчик сосредоточил на чаше, вернее, на ее техническом оснащении. Идет монтаж оборудования. Гидроиспытания состоятся через несколько дней. Подрядчик сейчас усердно работает над установкой контуров в чаше. Далее будет необходимо до конца выложить гранитную плитку. Часть гранита пока находится на полировке, отмечают рабочие на строительном объекте. На следующей неделе на фонтане начнутся гидроиспытания. Напомним, главный городской фонтан меняется кардинально. Залита по-новому чаша, выполнена гидроизоляция, внутренняя и внешняя облицовка. По итогу должно получиться современное гидросооружение с движущимися струями воды и световыми эффектами. Управлять им будут с помощью специальной компьютерной программы.
Есть определенные нарекания, но в общем и целом я хочу отметить, что мы здесь, наверное, впервые в таком массовом объеме применили для благоустройства общественной территории гранит. Материал очень хороший, материал практически вечный, и, конечно, он прекрасно смотрится, и у него хорошее эксплуатационное свойство. Точно так же мы применили гранит при облицовке фонтана. Ну и, надеюсь, мы ждем и малые формы, и ждем опоры освещения, не точно так же будут гармонировать вот с теми идеями, которые сюда принесли наши архитекторы. Театральную площадь также ожидает обновление ландшафта, обустройство пешеходных зон и искусственное освещение. Специалисты паркового хозяйства уже занимаются озеленением территории. Уличных фонарей станет больше, а еще подрядчик смонтирует декоративную подсветку, которая будет освещать кустарники и деревья. На площади также установят оригинальную уличную мебель. Еще придут у нас сюда диваны такие интересные. Мы их здесь расставим. Всего будет 39 штук. И, по-моему, 17 урн. Они будут с гранита. Бока будут с гранита, сами они, ну, как с дерева такой материал. Добавим, ремонт театральной площади ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. К итоговым результатам движется и дорожный сезон в городе. Абаканские транспортные артерии обновляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Некоторые подрядчики работают с опережением графика, например, на проезде Северной, улице Пирятинская и проспекте Ленина. Сегодня на штабе в департаменте градостроительства и землеустройства подрядные организации отчитались о ходе выполненных работ. Есть среди них и недобросовестные, которыми займется городская прокуратура. На проезде Северный подрядчик уложил верхний слой асфальта в границах Комарова-Торосова. Готовит земляное полотно к укладке нижнего слоя в границах Перекрещенко Дружбы народов. К этим работам приступит в ближайшее время, если погода будет благоприятной. Дорожным рабочим также необходимо установить бордюрный камень на перекрестке со стороны проспекта Дружбы народов. С конца этой недели подрядчик приходит к асфальтированию уже оставшейся части проезда Северной. Собственно, мы надеемся, что на следующей неделе асфальтовые работы как по тротуарам, так и по проезжей части будут завершены. Точно так же, если все идет по графику, точно так же к концу следующей недели будут завершены асфальтовые работы по проспекту Ленина. Подрядчик тоже здесь идет с опережением графика. Если позволит погода, то в скором времени на проспекте Ленина подрядчик приступит к укладке нижнего слоя асфальта. Сейчас рабочие извлекают люки канализации и теплосети, которые были замурованы в асфальт. Параллельно устанавливают бордюры у парковок и выездов. Тяжелая техника не прекращает свою работу и на улице Пирятинская. Дорожные рабочие асфальтируют участок в границах от проезда Безымянной до Стафата. Устанавливают опоры освещения. Через несколько дней приступит к монтажу троллейбусной опоры. Между тем, все сроки срывает подрядчик по улице Чертыгашева. Он выполнил замену грунта и подготовил земляное полотно. А в конце июня работы заморозил. Чтобы воздействовать на недобросовестного подрядчика, градостроители привлекли городскую прокуратуру. Проблемный момент острый, потому что улица Чертыгашева – это центральная часть города. Мало того, она в настоящее время у нас и не освещена будет, и пока на ней нет твердого асфальтового покрытия. У подрядчика, конечно, есть время, но пока вот ускорение темпов работ мы не видим на данном объекте. Подрядчик в установленный срок работы не выполнил в полном объеме. В настоящий момент начата проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящий момент устранение допущенных нарушений не повлияет на вопрос о привлечении к ответственности. Добавим, в этот летний сезон капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется на 5 улицах города. Аскисская, Пирятинская, проезд Северный, Чертыгашева и проспект Ленина. Реконструкция продлится до осени. К чистоте особое внимание. Сваливать мусор в непредназначенные для этого места запрещено. Знают все, но некоторые продолжают вывозить свой хлам.
куда вздумается, порождая в городской черте стихийные свалки. Одной такой наверняка теперь станет меньше. Новый комплекс видеонаблюдения установлен на проблемном участке в 9-м жилом районе Абакана. Нарушителей здесь ловили не единожды. Мусор сюда сваливали грузовыми машинами. Теперь за соблюдением закона следить будет видеооко. 9-й жилой район республиканской столицы. Пересечение сразу трех улиц – 28-й, 29-й и 30-й. Так уж вышло, что с весны этого года горожане, не желающие правильно утилизировать мусор, начали складировать его здесь. В июле груженный отходами КАМАЗ вываливал на этом месте строительный, растительный, бытовой мусор. Происходящее заснял на телефон неравнодушный местный житель и отправил в городской отдел экологии. Тогда поисками нарушителя занялась полиция. Однако после нашего сюжета он сам объявился и убрал после себя. Позднее еще не раз на это место приезжали желающие бесплатно разгрузить свой хлам. Однако их личности уже установить не удалось. Теперь все будет гораздо проще. За обстановкой круглосуточно следит камера. Силами муниципальных предприятий была установлена опора, на которую смонтирована камера видеонаблюдения. Сейчас мы можем в круглосуточном режиме наблюдать за указанной территорией. И в случае, если какой-то недобросовестный гражданин сюда вновь привезет отходы, то мы сможем установить личность, обратившись в органы полиции, и привлечь нарушителя к административной ответственности. Все, кто попадет в объектив муниципальной камеры, будут наказаны рублем. Максимальный штраф за данное нарушение – до 50 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя обяжут убрать за собой оставленный мусор. Что касается отходов, которыми сейчас захламлена территория, то их вывезут. Вопрос уже решается в управлении коммунального хозяйства и транспорта. Вопрос чистоплотности актуален и для домовладельцев, проживающих в частном секторе. На их участках и прилегающей к ним территории гормусора также не допускается. За этим следят городские коммунальщики. Чаще всего обходится предупреждением, но есть и случаи, когда дело доходит до суда. Моя коллега Алина Яковлева расскажет поучительную историю. Горы строительного мусора, железо и нескошенная трава. Такую картину приходится наблюдать жителям улицы Ботаническая в Абакане ежедневно. Специалисты городского отдела экологии не раз обращались к владельцу 26-го дома с просьбой убраться на прилегающей территории. Но, как говорится, воз и ныне там. По данному адресу были выявлены нарушения обязательных требований правил благоустройства, в связи с чем первоначально в адрес собственника земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а именно на прилегающей территории земельного участка были складированы строительные отходы, была трава, которая не скашивалась. Мы объявили предостережение, но предостережение не подействовало. Далее последовало уже предписание, но, к сожалению, собственник уклонился от исполнения. Поэтому специалисты отдела экологии были вынуждены обратиться в суд. Нарушителя оштрафовали, однако и эта мера не оказалась действенной. Мы планируем выходить с исковым требованием в суд для понуждения собственника земельного участка привести прилегающую территорию в надлежащий вид. Коммунальщики напоминают, следить за чистотой на участке у дома – обязанность каждого владельца усадеб. Рейды по уборке прилегающих территорий в Абакане проходят еженедельно. К другим темам. Со 2 сентября в школах Абакана начнется прививочная кампания. В столицу Хакасии уже поступило более 15 тысяч доз вакцины против гриппа. Это Ультрикс – современный препарат, который используют для детей. В дошкольных учреждениях уколы против опасного вируса уже ставят. И все же родители не так активны, как хотелось бы медикам. Чтобы не допустить роста респираторных заболеваний, нужен охват около 70%. Задача стоит та же перед нами, это охват 60% населения и 75% это группы риска. Важное это сейчас есть в наличии вакцины всех трех наименований, то есть люди знают, есть универсальная вакцина, есть те две вакцины, которые адаптированы для конкретно людей с уже имеющимися нозологиями.
На прошлой неделе в Абакане официально стартовала прививочная кампания против гриппа. Она началась раньше срока, все потому, говорят специалисты, чтобы охватить до сезонного роста ОРВИ и гриппа как можно большее число людей. Первыми уколы поставили сотрудники муниципальных ведомств администрации города. Эстафету приняли и детские коллективы в садиках Абакана. Уже со 2 сентября уведомления о прививках от гриппа получат родители школьников. Вторая неделя сентября, когда наши дети, отдохнувшие, выходят в организованные коллективы, начинают общаться. И как раз-то в этот момент начинает меняться температурный режим на улице. И вирусы, которые должны быть, они приходят, и наши детки начинают болеть. То есть, безусловно, те дети, которые поступают с тяжелыми пневмониями, с тяжелыми поражениями дыхательных путей в эпидсезон, это дети, как правило, не привитые. Детская вакцина «Ультрикс» в Абакане есть в нужном объеме. Пока 15 тысяч доз, но поступление еще будет. Взрослые могут выбрать «Совигрипп», «Флюэм» и «Ультрикс». Вакцинация проходит во всех поликлинических отделениях Абакана. Чтобы охватить как можно больше пациентов, специалисты придумывают новые формы. Например, выезд в трудовые коллективы на общественные мероприятия. Мы уже объединили профилактические мероприятия и вакцинацию в один день. То есть сады и школы, куда мы будем выезжать, и те предприятия, которые будут к нам непосредственно в отделение обращаться, мы будем одновременно и прививать, если нет противопоказаний. Для прохождения вакцинации не надо обращаться в регистратуру. Можно просто прийти в прививочный кабинет, имея при себе паспорт и страховой полис. Прививочная кампания в Абакане должна охватить более 60% населения. Особое внимание к работающим гражданам, которые трудятся в сфере образования, транспорта и оказания услуг. Подключиться к общему делу, помочь родителям подготовить ребенка к новому учебному году. Акция «Абакан идет в школу». Собранная канцелярия уже отправляется к своим адресатам. На днях глава города совместно с учредителем фонда «Дети Абакана» и спикером регионального парламента лично доставили необходимые вещи многодетной семье. В семье Головкиных четверо детей. Старшему 15, младшей дочке 11. Любят активно проводить время. Мальчишки занимаются спортом, участвуют в ежегодных забегах «Быстрее ветра». Десятилетний Семен увлекается народным вокалом. Мама Светлана – главный активист семьи. Городские мероприятия, конкурсы, семейные старты. Подтягивает семью к участию именно она. Светлана Головкина точно знает, как непросто собрать четверых детей в школу. На одежду, канцелярию, спортивную форму уходят десятки тысяч. Поэтому городская администрация, упаковав подарки, приехала с рабочим визитом лично. Мы хотим, чтобы ваши ребята тоже были во всем готовы к началу нового учебного года, чтобы у них был такой хороший спортивный, раз они у вас все спортсмены, уверенный старт, да. Поэтому, ребята, вот мы знаем, что такой вещи еще в вашем доме не было, да, удобного стула для того, чтобы вы хорошо учили уроки, да, старательно. Тем более у вас с 4 по 9 у вас в этом году два выпускника, и четвероклассник, и девятиклассник. Да, и 4-й, и 9-й. Да, это очень серьезно. Ребята, у нас для вас еще и канцелярские наборы. В Абакане уже сформирован список детей, которые нуждаются в адресной помощи. Организаторы акции делятся. Школьникам достанутся не только ручки и тетради, но и материалы для творчества. А еще портфели, столь нужные ребятам. Очень активно, начиная с лета, к этой акции привлекаем как предпринимателей, в ней активно принимают участие и все работающие в системе администрации города, и жители города Абакана. Таких семей у нас на учете довольно много. Если говорить про ребятишек, порядка 3500 ребятишек, которым нужна помощь, которым нужно помочь собраться к 1 сентября. И в этом году акция у нас проходит более чем успешно. Мы можем судить по тем средствам, которые поступили. И покупаем мы, конечно же, самое необходимое. Покупаем мы канцелярию, покупаем мы ранцы, покупаем мы в этом году. Средства позволили нам приобретать мебель. Финишная прямая нашей акции «Абакан идет в школу». Учебный год начнется буквально в следующий понедельник, поэтому эта неделя полна вручений, помощи. Одно из них произошло буквально сейчас. Данная семья, ребята учатся в 7-й абаканской школе, четверо детей. Семья очень активная и, конечно,
конечно, иногда так бывает, что не все необходимое у семьи к новому учебному году может случиться. Поэтому школа, староста включили данную семью в списки, и мы рады, что нам в разных формах удалось эту семью поддержать. Кроме канцелярии и новенького стула для учебы, семья Головкиных получила также сертификаты в магазин одежды. Их вручил Верховный Совет Хакасии по своему партийному всероссийскому проекту. Проект «Собери ребенка в школу» – это проект, партийный проект «Единой России», который начался в 2014 году, и спустя 10 лет он стал всероссийским. Огромное спасибо всем тем, кто помогает, и жителям Абакана, жителям Хакасии. Спасибо предприятиям, организациям. Акция «Абакан идет в школу» продлится до 6 сентября. Поэтому все те, кто хотел внести свой вклад и помочь деткам собраться в школу, еще успевают сделать доброе дело. Реклама. Где купить сантехнику? Конечно, в «Водолее». Сантехника, плитка, товары для водоснабжения, отопления и водоотведения. Качественные товары под любой бюджет. Добро пожаловать в «Водолей». Теперь сохранить ипотеку полностью, списать долги перед кредиторами возможно. Узнайте как. Звоните на горячую линию ФЦБ прямо сейчас. 306-700. Откройте для себя мир преимуществ Чанган. 162 года инжиниринга, миллионы километров надежности, широчайший модельный ряд. А теперь и уникальные условия покупки Чанган с преимуществом до 500 тысяч рублей. Чанган Центр, Абакан, поселок Тепличный, улица Ленина, 1/1, телефон 213-545. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 26-46-46. Реклама. Объединилась столица республики и еще в одной помощи – мирным жителям Курской области. Город формирует гуманитарный груз. Он отправляется в назначенную точку. С самого утра работа на складе кипит. Неделю назад здесь были посылки от представителей таджикской диаспоры. Азербайджанская тоже не осталась в стороне. Откликнувшись на призыв о помощи, решили действовать немедля. За неделю общей силой собрали порядка 3 миллиона рублей. На эти средства закупили все самое необходимое. Сегодня 3 фуры гумгруза прибыли на склад Народного фронта. Волонтеры делятся. Это самая крупная поставка за все время гуманитарной миссии. Мы решили помогать, потому что там люди в тяжелом состоянии сейчас, оказавшиеся, да? А вообще по своей, у нас тоже же был в Азербайджане на родине война. Об этом мы прекрасно знаем, что такое война. Когда нападают на тебя, вот, люди остаются без дома, без очагов. Об этом прекрасно понимаем, что ситуация там очень тяжело, надо людям помогать. Ежедневно свой вклад вносят и неравнодушные абаканцы. Везут инструменты, постельное белье и даже бытовую технику. На складе практически не осталось места. На общую нашу беду все откликнулись, и если раньше мы формировали груз, один груз 2 недели, сейчас мы, допустим, на этой неделе планируем только 2 фуры отправить, потому что действительно склад переполняется, и люди отозвались на общую беду. Причем груз у нас двойного назначения, мы отправляем гуманитарный груз как для мирного населения, и отправляем именно то, что требуется в настоящее время. Это и медикаменты, это и детские вещи, и питание детское, то есть именно то, что нас просит Курск. Ну и кроме этого, мы отправляем груз для наших военных, которые переброшены в Курскую область. Ситуация очень сложная, и помощь наших бойцов там тоже нужна. А нашим бойцам нужна наша помощь, нужна помощь тыла, потому что ребята собрались как бы оперативно. Естественно, как бы там у них уже все было готово, блиндажи, как бы и где они жили, как бы все вот эти условия не создали. А в Курске это сейчас все с нуля, все очень оперативно, поэтому требуется, как бы, вот что они просят. Это опять же как бы бензопилы и какие-то шуруповерты, потому что они строят блиндажи, строят для себя укрытия. Требуются осушители воздуха, потому что очень там сыро. Специальный счет администрации Абакана пополняется ежедневно. Деньги идут исключительно на закупку предметов первой необходимости. Фура с грузом, отбывшая в Курск на прошлой неделе, уже прибыла к месту назначения. Там в круглосуточном режиме работает склад Народного фронта.
После разгрузки продукты распределяют адресно. Не оставайтесь в стороне и вы. Сегодня важна поддержка каждого. На старте бизнес-сообщества Абакана. Счета и фактуры сменили мячи, а деловой стиль одежды – спортивная форма. 10 команд и каждая за здоровый бизнес. В Абакане состоялась первая спартакиада предпринимателей. Как это было, расскажем прямо сейчас. Я вас всех приветствую на первой городской спартакиаде предпринимателей. Город Абакан – это был всегда город спорта, и для нас важны все мероприятия без исключения. И в нашем городе проводится огромное количество спортивных мероприятий высочайшего уровня. Но спорт – это не только про рекорды, не только про секунды и не только про очки. Спорт – это в первую очередь здоровый образ жизни. Спорт – это долголетие, спорт – это укрепление силы, укрепление духа, и, конечно же, спорт – это про команду. Вот этот вот лозунг, который говорит о том, что спорт – это национальная идея, вот вы на деле воплощаете его в жизнь. Началось спортивное мероприятие с разминки, которую провел руководитель медиахолдинга «Абакан-24» Анзор Сабанов. Ручки перед собой, в замочек взяли, вращаем ручки и при этом вращаем голову. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Спартакиада проходит по четырем дисциплинам. Кёрлинг, пенальти, норма ГТО и спортивная эстафета. Предприниматели люди не только спортивные, но и творческие. К названию команд подошли и с юмором, и по-деловому просто. Базарный синдикат, каждый важный, трудовые резервы и продам гараж. Спорт, он вообще в целом объединяет, а здесь еще и предпринимательское такое объединение произошло, то есть, можно сказать, круг по интересам произошел у предпринимателей, и выделить время на это, конечно, было непросто, но ради такого мероприятия все-таки время удалось найти. Это такая классная история сейчас, потому что мы все погруженные в операционки, в бизнесе, в делах, бесконечно голова вот такая. Такие мероприятия, они вообще от этого отвлекают. Какое-то общение другое между предпринимателями, такой азарт вообще, как вспоминаешь, как в детстве. Все это классно, конечно. Главная цель у нас всегда одна – это объединить и подружить между собой бизнес. Потому что они у нас все очень успешные, успешный вместе с ними город. В зависимости от того, насколько вместе они дружно будут развивать экономику города, да, успешен будет в целом, мне кажется, город. Завершилось это спортивное событие ярким флешмобом. Организаторы уверены, что спартакиада предпринимателей станет традиционной. Сегодня первое место завоевала команда «Спорт плюс бизнес». Второе – только боссы. И третья – команда «Торнадо». Главное, что спартакиада объединила всех представителей бизнеса, кто в своем плотном графике находит время для занятий спортом. А также появился новый формат общения, новое знакомство, новый вид отдыха и возможность увидеть себя и бизнес-партнеров в новом качестве. А еще ярким событием недели стали Дни районов. Они отпели и отплясали в Западном, Красном Абакане, на Гавани и в Южном. Тепло и по-семейному. Два года сегодня исполняется жилому району Западный. Для жителей и гостей, которые пришли сегодня на праздник, подготовлена насыщенная развлекательная программа, выступления самых лучших творческих коллективов, мастер-классы. Пришли как взрослые, так и дети. Молодой, компактный и уютный. В
В жилом районе Западный в настоящее время проживает более 13 тысяч жителей. В Западном 22 улицы и один проезд, 2 школы и один детский сад, 4 колледжа и 1 поликлиника. Появляются новые парки и скверы, строятся жилые дома. Микрорайон активно развивается и благоустраивается. Район, конечно, меняется, преображается. Даже вот наш этот двор, он уже так расцвел, скажем, в какой-то степени. Староста, я считаю, что она молодец, она на своем месте. Она много развивает детские площадки, спортивные площадки вот в других дворах. И вообще вот эти праздники проводятся постоянно. Новый год, Масленица, это же все всегда здесь в центре, вот тут вот, для детей. Мне бы хотелось в этот день поздравить моих жителей. Потому что как бы ни менялось социально-экономическое развитие, что бы ни изменялось вообще в благоустройстве или еще что-то, главным всегда у нас остаются люди. Добрые, отзывчивые, неравнодушные, готовые прийти на помощь и в горе, и в радости. Поэтому я в первую очередь сегодня поздравляю их. Это ваш праздник. С днем рождения района, счастья, здоровья, мирного неба над головой. На сцене лучшие творческие коллективы города с зажигательными номерами. На праздничной площадке мастер-классы, игры для детей, выставки. Каждый житель Западного точно нашел в спектре развлечений занятия по душе. Праздник – возможность встретиться в теплой дружеской атмосфере, пообщаться, поздравить друг друга. Многие в этом районе живут очень долго. Многие в этом районе встречали рассветы своей юности. И очень отрадно, что в кругу своих родных, в кругу своих внуков, правнуков вы храните верность не только своей семье, но своему району, своему двору, своему дому. С праздником вас! Развитие вашему району, ну и небо должно быть не только таким прекрасным и голубым, а самое главное, оно должно быть мирным. С праздником! С днем района! Очень мне нравится вот этот район. Всегда дружный, всегда они коллективно собираются, празднуют весело. Всегда чисто здесь. Молодцы, стараются. И хотелось бы всех поздравить, пожелать здоровья тем, кто поддерживает все это. И долгих лет жизни. Чистого неба над головой самое главное – здоровье, успехов в жизни. Ну, наверное, все-таки еще раз здоровье, и чтобы почаще проводили такие праздники. Особое внимание на праздники семейным парам, хранителям брачных уз, прожившим в любви и согласии более 60 лет. Отмечены и образцовые многодетные семьи. Эта пара в браке целых 60 лет. А вот Красный Абакан отмечает совершеннолетие. Микрорайону исполнилось 18. Это один из самых молодых, быстро развивающихся жилых районов республиканской столицы. У нас подготовлена вообще обширная программа. Мы решили провести ярмарку. То есть пригласили на эту ярмарку местных наших умельцев, мастеров. Вы можете посмотреть, да, сколько здесь представлено различных у нас изделий. Также сегодня у нас представлена кухня. Мы готовим сегодня борщ в стакане. Борщ в стакане в Красном Абакане. У нас люди любят и отдыхать, хотят тоже вкусно покушать. Принять участие в мастер-классах, прокатиться на верблюде или пони, заняться йогой, попробовать блюда от местных кулинаров, посмотреть выступления талантливых вокальных и хореографических коллективов города, потанцевать. Сегодня жителям Красного Абакана можно все в день совершеннолетия жилого района. Все очень классно, мне прям нравится, так позитивненько. Борщ в стакане вообще супер. Мы поздравляем жителей Красного Абакана. Желаем нам такого же процветания, развития, которое сейчас у нас происходит в нашем районе. У нас появились замечательный парк, у нас появилась новая спортивная площадка. Администрации, старости нашего микрорайона, потому что, конечно, без ее активного участия не пробивался бы наш район и не было бы у нас то, что у нас есть. Активных семей жилого района здесь тоже чествуют и награждают. В финале праздничной программы выступление кавер-группы «Гэрис Бэнд» и яркое фаер-шоу.
Замечательный теплый летний день, и сегодня свой день рождения отмечает жилой район Гавань. Здесь проживают более 11,5 тысяч человек. Территориальное общественное самоуправление появилось осенью 2001 года, и с этого времени дни района – это добрая, хорошая традиция. Наверняка у владельцев частных усадеб, а их в Гавани более 2000, немало дел в конце лета. Но многие жители района этот субботний день решили провести вместе, в дружной компании соседей. Некоторые живут здесь с самого рождения, кто-то переехал, но всегда с удовольствием возвращается в родную Гавань. В данный момент я живу в другом районе, но мама здесь, к ней приезжаю. Ну. Чем хороша Гавань? Тихо. Друг друга все знают, соседи. Наша гавань – старинный микрорайон, который самый первый организовался в городе Абакане. Начиналось все с набережной улицы. Там у нас даже есть дома, которым больше 100 лет. И все начиналось от гавани. Ну, я, собственно, и родилась здесь, в Абакане, в районе, вообще в районе там улицы Гавань. Ну, столько лет потом переехали сюда, живем. Мне здесь очень нравится район. Вообще мне Абакан нравится. Сейчас вообще он стал очень уютный. Активные жители, члены совета района и крепкие семейные союзы. Супружеские пары, прожившие в браке более полувека. Все они сегодня получают благодарность от главы города. И, конечно, будут подарки. Общие и значимые для всего района. Я говорю огромное спасибо людям, тем, кто оставались верными, преданными этим улочкам, этим домам, этому району, а самое главное – жителям, проживающим здесь. Ведь жители – это самое главное достояние жилого района. Ну, конечно же, как же праздник без подарков? Таковых несколько. Первое. Буквально на следующей неделе в жилом районе Гавань добавится еще один сквер. Мы заканчиваем работу по скверу по улице Пушкина возле храма Константина Елена. Он располагается в жилом районе Гавань. Я вас всех приглашаю на открытие. Замечательный, прекрасный сквер, и одним стало больше. Ну и еще одно. Со следующего года мы начинаем программу инициативного бюджетирования. Это инициативы, предложенные жителями района. Каждому из жилых районов города Абакана мы определяем и определим бюджетом от 1 до 2 миллионов рублей на самое важное, самое необходимое, самые нужные проекты для вашего жилого района. Мастер-класс по плетению маскировочных сетей проводят здесь же на празднике представительницы Союза православных женщин Хакасии. Мы проводим своеобразную такую рекламу, мы приглашаем к нам, потому что нам требуются свободные руки. Пенсионеры приходят, те, у кого свободное время, чтобы приходили и помогали плести сети, потому что очень много заказов, очень много, и для фронта это требуется. А это уже жилой район Южный, самый большой по численности населения, и субботним вечером здесь тоже поют песни, звучит музыка и выступают творческие коллективы. Мне очень нравится, когда праздники по всему городу. Мне в этом районе Южный очень нравится настольная игра, человечки будто живые фишки, особенно печка, как русская в сказке. И все вот это дает нам русскую красоту в нашей России. Тех, кто выращивает цветы, создает уют на прилегающей к своему дому территории и не только, помогает нашим ребятам на СВО, собирая гуманитарную помощь, и просто делает жизнь вокруг лучше, чествовали сегодня и на празднике в Южном. Администрация города Абакана выражает искреннюю признательность и благодарность Шамардину Вадиму Александровичу за многолетний добросовестный труд на благо города и его жителей.
Благодаря развитию территориального общественного самоуправления в жилых районах города активно ведется благоустройство. Появляются новые дороги, парки и скверы. Жители активно участвуют в общественной жизни города. Территориальное общественное самоуправление «Жилой район Южный» образовалось 1 октября 2002 года. В этом году нам 22 года будет. За эти годы район заметно позеленел, благоустроился, появились парки. Вот перед нами скверы. Сквер «Мамонтенок» у нас есть, сквер «Попова» мы благоустраиваем. Я думаю, что обязательно должны взаимодействовать люди. У нас же 6 участков по городу, и в каждом участке есть своя староста. Я думаю, они очень хорошо работают в каждом районе, и по отдельности, и как бы люди тоже за ними стремятся, тоже тянутся к этому всему, к развитию района. Конкурс букетов на праздники района был посвящен году семьи. Учитывалась не только их красота, но и оригинальность названия. Одно из них полностью олицетворяло идею праздника. Мы все такие разные, но мы семья. Большая, дружная и крепкая. На этом все. Следующая неделя принесет другие новости. О них мы тоже обязательно расскажем. Всего вам доброго. Увидимся.